事儿，你说点事儿，我一样。Дорогие друзья, только что вы слышали волшебные звуки Челесны. Каждый раз мелодия «Серенада весне» композитора Татьяны Смирновой открывает наши музыкальные встречи. И сегодня, как и все 30 лет в этом доме, вас приветствует композитор и пианистка, автор программ и ведущая, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского Татьяна Георгиевна Смирнова.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы снова с вами встречаемся, и у нас замечательный повод для встречи. В этом году юбилейный Московский международный фестиваль музыкальный «Московская осень» проходит в этом месяце. И, как всегда, у нас очень много для вас подарков, неожиданностей. Вы будете знакомиться с музыкой современников. И это замечательная традиция. Ну, как вы знаете, в нашем клубе всегда мы знакомим вас с новой музыкой. Это каждую встречу происходит. Но вот сегодняшняя встреча, она особенная. Потому что в основном будет звучать музыка современников. И все будут премьеры. Недаром я позволила себе начать сегодняшнюю встречу с музыки классиков 20 века, с музыки Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и Игоря Васильевича Свиридова. Вот, как вы понимаете, это
высшее достижение современного искусства, которое достигнуто этими двумя мастерами большими. И все то, что потом исходит, вот эти все направления музыки, как сосуд, который потом дает очень много ростков интересных, как дерево, ветви которого потом разветвляются, дают прекрасную крону, крону современного искусства, современной музыки. И, вы знаете, она очень многолика, она очень разнообразна. Вот вы даже почувствовали, я позволила себе начать нашу встречу с музыки Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Это та музыка, это первый опус, который создал и зафиксировал Дмитрий Дмитриевич, создав это в 16 лет. Мы можем вспомнить, что поступил Дмитрий Дмитриевич в Петроградскую консерваторию в возрасте 12-13 лет и занимался в замечательных профессоров Штейнберга, это воспитанника и продолжателя творчества Римского-Корсакова Николая Андреевича. А по фортепиано тоже целая ветвь школы ленинградской Леонида Николаева. Вот все это прошел Дмитрий Дмитриевич. Притом, надо сказать, что вот в этих уже незатейливых, вроде бы небольших пьесах, которые вы слышали, фантастические танцы, три фантастических танца, уже есть и влияние, конечно же, музыки Римского-Корсакова, но вот уже поступает где-то почерк самого Дмитрия Дмитриевича, который потом уже в зрелых произведениях огромного мастерства достиг. Причем вот вы, наверное, слышали, дальше я играл три прелюдии Дмитрия Дмитриевича, это уже опус 34. Это уже зрелый Шостакович, там такие находки, там в каждой прелюдии такие темповые, изумительные находки, которые потом, вы слышите, что это почерк большого симфониста, потому что все как зародыши заложено там все. А еще надо сказать, что Дмитрий Дмитриевич был замечательным пианистом. В свое время, в 21 год, он съездил на конкурс, международный конкурс пианистов Шопена и был удостоен диплома. И дальше он всегда играл свою музыку. Причем он играл не только свою музыку, надо сказать, он играл великолепно классику. Это, кстати, тоже добрая традиция наших современных композиторов, потому что многие композиторы играют не только свою музыку, но и классику. Многие заканчивают два факультета Московской консерватории, либо это Российской академии, фортепиано и композиторской, потому что невозможно себе представить композитора, который не владеет искусством пианизма, который не владеет фортепиано, который не владеет многими, не знает многих инструментов, для которых он потом будет писать, а соответственно потом и для оркестра. Это все огромная школа преемственности от великой классики. И вот, наконец, вот эта преемственность ярко сегодня была показана в творчестве Дмитрия Дмитриевича, в фортепианном творчестве, потому что далее автор 15 симфоний, великолепных полотен в хоровой музыке, Дмитрий Дмитриевич Шостакович развил это, но вот фортепианная музыка у него совершенно особая. Вот все истоки его пианизма, его прикосновения к клавише, его представления о фортепианном искусстве все запечатлены здесь, уже в этих зрелых прелюдиях. Дмитрий Дмитриевич имел много учеников, и один из самых замечательных учеников его был, это Георгий Васильевич Свиридов. И вот между Шостаковичем я сыграла траурную музыку Свиридова. Это, кстати, надо сказать, что Дмитрий Дмитриевич дал вот эту эстафету пианизма и своему ученику, потому что Георгий Васильевич прекрасно владел роялем, он тоже был замечательным пианистом. И вот это вот раннее произведение «Партита F-мольная», часть которой я сыграла, траурная музыка, вот тут тоже уже слышится мастер большой и симфонический полотен, а в будущем хоровой музыки. Потому что хоровая музыка и Дмитрий Дмитриевич Шостакович носит совершенно отпечаток индивидуальности ярчайший. Так же, как и хоровая музыка Георгия Васильевича Свиридова, мы все знаем, мы ее слушаем с удовольствием. Потому что это и преемственность, это и традиция, и свой одновременно взгляд на весь мир. Ведь композитор имеет всегда свое отношение к миру. Индивидуальное, глубоко индивидуальное. Но если он не получил школы,
вот этого понятия, нет преемственности, он выпадает из этого направления. И тогда он развивается очень, может, по-разному, но тем не менее всегда отголоски мастеров великих он носит в своем творчестве. Это очень трудная профессия, не знаю ли профессии или призвания, скорее всего, и то, и другое, композитор. И мы сейчас иногда в суе очень часто произносим это слово «композитор». Все у нас теперь композиторы, у нас все сочиняют музыку. Но все ли имеют на это моральное право? Все ли имеют прекрасную школу, а ведь этот композитор должен очень много работать, он много должен знать, он должен переварить, как говорится, в себе огромное наследие классическое, а еще услышать по-своему мир. То есть эту основу нельзя отбрасывать. Это преемственность традиции, преемственность поколений. И вот мы сегодня будем слушать. И я думаю, что вот этот очень хороший посыл, который дается в музыке наших классиков 20 века Дмитрия Леонидовича Шостаковича и Георгия Васильевича Свиридова, нам даст право оценить и музыку наших современников и услышать их индивидуальный голос в общем хоре композиторского творчества, большого, богатого и очень многообразного. Вот сейчас продолжается традиция, которую вот уже последние годы мы пытаемся возобновить в нашем клубе. Звучат золотые страницы русской поэзии. Мы все любим поэзию, все очень хотим слушать. И вот странный вопрос иногда в современном мире раздается. А нужен ли Пушкин? Вот иногда по телевидению возникают какие-то странные такие передачи на тему, нужен ли Пушкин. И вот мы сегодня будем слушать Александра Сергеевича Пушкина. Я приглашаю на сцену, читает артист Андрей Гетман. Терек во мгле старинная башня стояла чернее на черной скале. В той башне высокой и тесной царица Тамара жила, прекрасна, как ангел небесный, как демон коварна и зла. И там, сквозь туман полуночи, блистал огонек золотой, кидался он путнику в очи, манил он на отдых ночной. И слышался голос Тамары, он весь был желанье и страсть, в нем были всесильные чары, была непонятная власть. На голос невидимой Перри шел воин, купец и пастух. Перед ним отворялись двери, встречал его мрачный евнух. На мягкой пуховой постели, в парчу и жемчуг убрана, ждала она гостя. Шипели пред нею два кубка вина, сплетались горячие руки, уста прилипали к устам, и странные дикие звуки всю ночь раздавались там, как будто в ту башню пустую сто юношей пылких и жен сошлись на свадьбу ночную, на тризну больших похорон. Но только что утро сияние кидала свой луч по горам, мгновенно и мрак, и молчанье опять воцарялись там.
лишь терек в теснине Дарьяна, гремя, нарушал тишину. Волна на волну набегала, волна погоняла волну. И с плачем безгласное тело спешили они унести. В окне тогда что-то белело, звучало оттуда «Прости». И было так нежно прощание, так сладко тот голос звучал, как будто в восторге свидания и ласки любви обещал. Свою деревню в ту же пору помещик новый прискакал, и столь же строгому разбору в соседстве повод подавал. По имени Владимир Ленской, с душою прямо геттингенской, красавец в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. От хладного разврата света, еще увянуть не успев, его душа была согрета приветом друга, лаской дев. Он сердцем милый был невежда, его лелеяла надежда, и мира новый блеск и шум еще пленяли юный ум. Он забавлял мечтой сладкой сомненье сердца своего. Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой. Над ней он голову ломал и чудеса подозревал. Он верил, что душа родная соединиться с ним должна, что безотрадно изнывая его вседневно ждет она. Он верил, что друзья готовы за честь его принять оковы, и что не дрогнет их рука разбить сосуд клеветника, что есть избранные судьбами людей священные друзья, что их бессмертная семья неотразимыми лучами когда-нибудь нас озарит и мир блаженством подарит. Негодование, сожаление, ко благу чистая любовь и славы сладкое мученье в нем рано волновали кровь. Он с лирой странствовал на свете, под небом Шиллера и Гетте, их поэтическим огнем душа воспламенилась в нем, и чувства возвышенных искусства. Счастливец, он не постыдил, он в песнях гордо сохранил всегда возвышенные чувства, порывы девственной мечты и прелести важной простоты. Он пел любовь, любви послушной, и песнь его была ясна, как мысли девы простодушной, как сон младенца, как луна в пустынях ночи безмятежной, богиня тайных вздохов нежных. Он пел разлуку и печаль, и нечто, и туманную даль, и романтические розы. Он пел те дальние страны, где долго в лоно тишины лились его живые слезы. Он пел поблеклый жизни цвет без малого 18 лет. В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары, господ соседственных сирений ему не нравились пиры. Бежал он их беседы шумной, их разговор благоразумный о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне. Конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнем, ни остротой, ни умом, ни общежитием искусства. Но разговор их
Умных жен гораздо меньше был умен. Богат, хорош собою, Ленский везде был принят как жених. Таков обычай деревенский, все дочек прочили своих за полурусского соседа. Зайдет ли он, тотчас беседа, заводит слово стороной о скуке жизни холостой. Зовут соседа к самовару, а Дуня разливай чай. И шепчет Дуня, прими чай. Затем приносит гитару, и запищит она: Бог мой, приди в чертог ко мне золотой. Но Ленский, не имев, конечно, оковы узы брака несть, с Онегиным желал сердечно знакомство покороче свесть. Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень, не столь различны меж собой, сперва взаимно разнотой, они друг другу были скучны. Потом понравились, потом съезжались каждый день верхом и скоро стали неразлучны. Так люди, первый каюсь я, а делать нечего, друзья. Но дружбы нет и той между нами, все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно, нам чувство дико и смешно. Сноснее многих был Евгений, хоть он людей, конечно, знал и вообще их презирал, но правил нет без исключений, иных он даже отличал и в чуже чувства уважал. Он слушал Ленского с улыбкой, поэта пылкий разговор, и ум еще в суждениях зыбкий, вечно вдохновенный взор. Онегину все было ново, он охладительное слово в устах старался удержать, и думал глупо мне мешать его минутному блаженству, и без меня пора придет, пускай покамест он живет, доверит миру совершенство. Прости горячки юных лет, и юный жар, и юный бред. И душа моя, поле безбрежное, дышит запахом меда и роз. Я утих, годы сделали дело, но того, что прошло, не кляну. Словно тройка коней оголтела, я прокатилась во всю страну. На брили кругом, на копытии, и пропали под дьявольский свист. А теперь вот в лесной обители даже слышно, как падает лист. Колокольчики, дальние эхоли, все спокойно впивает грудь. Стой, душа! Мы с тобой проехали через бурный положенный путь. Разберемся во всем, что видели, что случилось, что стало в стране. И простим, где нас горько обидели, по чужой и по нашей вине. Разберемся, что было и не было, только жаль, на 30-м году слишком мало я в юности требовал, забывая о скобатском чаду.
Но ведь тут, молодой, мера желудя так же гнется, как в поле трава. Эх ты, молодость, буйная молодость, золотая сорви голова. Конечно, вы услышали, что не только Александр Сергеевич Пушкин звучал, но артист начал свою программу с стихотворения Тамара Михаила Юрьевича Лермонтова. И в конце прозвучала поэзия Сергея Александровича Есенина. А теперь я хочу пригласить на сцену замечательного артиста, лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста России Александра Загоринского. Сейчас мы услышим, мы исполним с Александром Загоринским три послания, три романтических послания. У меня весь цикл такой, он включает достаточно много обращений моих романтических посланий разным композиторам и в разных веков. И вот сегодня мы исполним три послания романтических. Сергею Васильевичу Рахманинову, затем будет послание Вольфгангу Амадею Моцарту, и надо здесь сказать, что здесь есть одна небольшая причина создания этого послания. Вот всем уже известен факт, что Моцарт не любил вот эту певучую, замечательный инструмент. Вот почему-то он не переваривал виолончели, он никогда, он не написал, он в ансамблях ее употреблял, естественно, в оркестре она звучит, но вот сольно он не любил создавать произведения для этого инструмента. Я лично очень люблю виолончели, считаю, что это как сродни человеческому голосу, это для композитора замечательный инструменты очень выразительные, в высшей степени выразительные, но вот Моцарт не любил. Поэтому все, так сказать, то, что вы услышите, там некоторые даже приемы такие скрипучие виолончели, вот как сульпантичелло, такой прием, это все не случайно. Ну, произведение такое с юмором некоторым. Вот, и затем произведение, следующее называется «Романтическое послание Антонину Дворжику», известному очень любимому композитору тоже. И вот здесь вот дуэт. Вообще здесь вот эти послания у меня, именно конкретно три эти пьесы, в двух вариантах. Изначально это было написано для виолончели и арфы. А вот сегодня впервые прозвучит для виолончели и рояля. Такая версия. Значит, романтические послания Рахманинову, мы забыли без перерыва, Моцарту и Антонину Дворжику.